И вот теперь все подробности. Сегодня мы, конечно, начнем нашу программу с события, которое даже спустя 69 лет многие вспоминают со слезами на глазах. Дня Победы. На митинге памяти в Заполярном и Никеле пришли сотни людей, представители власти, градообразующего предприятия Кольской ГМК, ветераны, их внуки и правнуки. Наш первый сюжет мы оставим без журналистских комментариев. Митинг, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляю открытым. Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал победу, кто защищал страну от фашистских захватчиков и кто дошел до Берлина, кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Миллионы людей испытывают сейчас те же чувства, что сегодня стоящие здесь мы в маленьком поселке Никель. Радость и скорбь, волнение, преклонение перед нашими родителями, отцами, дедами, прадедами, победивших войну, зло, неправду и несправедливость. Я желаю счастья и благополучия всем жителям Никеля и особенно нашему молодому поколению, которое сегодня у нас в первом плане радует ветеранов. Мы, жители Севера Ангера, особо благодарим наших российских друзей, наших российских соседей и российские войска и Красную армию освободительницу. Мы перед ними в долгу. Они освободили нас, они вернули нам свободу и независимость, они вернули нам Севера Ангера. 29 июня 41 года, имея в два раза превосходство в живой силе и вооружении, враг вступил на землю Заполярья, но был остановлен и уничтожен, изгнан к 1 ноября 44 года. В ходе Пицама-Киркенесской операции Советское Заполярье было освобождено от немецких войск. Поздравляю с праздником всех жителей Печенского района. Будьте достойны своих отцов, дедов и прадедов. Пусть в ваших домах всегда правит мир и любовь. Вновь скупая слеза сторожит тишину. Вы о жизни мечтали, уходя на войну. Сколько юных тогда не вернулось назад, не дожив, не допев, под гранитом лежат. Глядя в вечный огонь, тихой скорби сияние, ты послушай святую минуту молчания.